Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина, голубая, шоколадная, белая и синяя полупрозрачная. Формочка круг, лезвие, два моделирующих инструмента, щеточка, два катера в форме щита разного диаметра. Раскатываем шоколадную и голубую полимерную глину в пласты 2,5 мм толщиной. Большим катером щита вырезаем заготовки. Щеточкой наносим текстуру с обеих сторон и лезвием задаем нужную форму. Моделирующим инструментом равняем края. Из шоколадной полимерной глины катаем ниточки и укладываем их на заготовку. Моделирующим инструментом, тот что с лопаточкой, размазываем каждую полоску. Таким образом чередуем цвета и все размазываем. Таким образом наносим на нашу основу разноцветные кусочки и размазываем их. Этим же моделирующим инструментом продавливаем бороздки. Катером меньшего диаметра вырезаем заготовку. Формочкой круга проделываем отверстие в заготовке и укладываем элемент на основу. Для выпуклой формы отправляем на обжиг на вазочке, ну или баночке, при температуре, указанной производителем. Когда все остыло, я присоединила фурнитуру и готово. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых уроков. Пока-пока.